Сырьевая база данной продукции – это флора и фауна горного Алтая. А если точнее, в своем инновационном производстве специалисты Сашеромет используют панты алтайского морала, бобровую струю, каменное масло, мумию и различные лекарственные растения. К слову, собирают природное сырье вручную. Вот уже 10 лет каждый продукт с логотипом Сашеромет – это настоящее открытие в области оздоровительного питания и космоцевтики. Помимо средств от различных заболеваний, начиная от бессонницы и воспалительных процессов, до вывихов и средства от инфекции бронхолегочной системы, компания Сашеромет представляет натуральные косметические средства Сашель класса люкс. Это комплексы для ухода и очищения кожи, кремы против морщин и возрастных изменений, маски, масла и шампуни для волос. Что же касается детской серии смузи-концентратов «Бобродок» на медово-растительной основе с амарантом или бузиной, то она направлена на регуляцию иммунного статуса ребенка. Мы не используем ни консервантов, ни улучшителей, ни добавок каких-то. Натуральные средства органические, адекватные, совместимы с физиологическими процессами организма, не имеют никаких побочных действий. Также на стенде Сашеромет можно ознакомиться и приобрести чайную коллекцию «Годжи Доктор». Это чайные напитки для повышения тонуса организма, восстановления мужской мочеполовой системы, профилактики инфаркта, нормализации уровня сахара. Выставка в рамках форума «Здоровье России» проходит в выставочном центре на улице Несебрская.